После капитального ремонта гостеприимно распахнул двери городской дом культуры. После проведенных работ он полностью преобразился. Дом культуры имеет очень старую, богатую историю, но таких глобальных преобразований здесь не было никогда. И по взмаху дирижерской палочки дом культуры торжественно открылся. Работы по капитальному ремонту начались в феврале этого года. На эти цели республиканский бюджет по программе капремонта клубов выделил более 13 миллионов рублей. Здесь заменено абсолютно все, начиная от инженерных сетей, заканчивая мебелью. Гостей праздника встречали клубное объединение. Это и старейший ансамбль «Ивушка», кукольный театр, хореография и многое другое. Ну и в честь праздника для гостей был устроен первый в обновленном клубе концерт. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.